Алло, Брюс Уиллис, у деда Армагеддон! Да, что-то давненько у нас с вами не было супер полезных лайфхаков и советов от Первого канала, которые, точно вам говорю, облегчат жизни никак иначе. И как бутербродики запаковать, и как сливное отверстие в раковине прочистить, а что там делают с футболкой и маркером? Смотрите, какая красивая отделка получается на футболке. Класс! Gucci и Louis Vuitton осталось только позавидовать. Особенно если учесть, что они ушли с российского рынка, в то время как в нашем арсенале остались сверхтехнологии в виде перманентного маркера, а для нас это значит только одно. Страшного. Шутки, конечно, шутками, а вот кто действительно никуда не денется, так это отличный продукт российского производства под именем... Ну, конечно, Мозабрик, блин, камон! Бесконечные фотоконструкторы с деталей 5 градаций цветов, с помощью которых можно раз за разом собирать любые фотографии в стиле пиксель-арт, имея всего-навсего один набор. Количество деталей всех трех комплектов заранее рассчитано на официальном сайте интернет-магазина mozabrik.ru, и после загрузки любой своей картинки ее можно уже собирать, выбрав один из 12 вариантов. На e-mail приходит схема, распечатка ее или сохраняешь смартфон и собираешь. В каждой клеточке свой значок, который также указан на необходимом паке с деталями нужного цвета. Все совместил, собрал картину. А разбирать старую для сборки новой также просто с помощью специального сепаратора, которым элементы отделяются за пару простых движений. Вешаешь на стену, ставишь на подставку из комплекта, смотрится везде хорошо. Поэтому выбирай по ссылке в описании комплект, который больше всего тебе нравится, и не забудь использовать промокод James, чтобы получить хорошую скидку. А чтобы получить порцию годных, это я вам точно говорю, советов от Первого канала, от которых мой мозг, как всегда, улетел в стратосферу, достаточно просто посмотреть мой сегодняшний видосян своими глазами. И знаете, я даже все еще не перестаю удивляться. Казалось бы, я видел костюм из фольги, чтобы не замерзнуть, видел, как спят в гамаке на дереве. Да и чего уж тут говорить, видел, как Первый канал дает советы для похмела после новогодних праздников. Поздравляю! Это значит, что у вас уже вторая стадия алкоголизма. Если кто не понимает, про чё я, все это есть у меня в обзорах. Но я каждый раз удивляюсь, как люди вроде Дмитрия Толобуева умудряются давать дельные советы, как, например, тот с рюкзаком, с помощью которого можно экстренно переплыть озеро, имея в руках лишь пищевую пленку, могут легко и просто намазать кошку маслом, отгонять грабителей палкой колбасы или, к примеру, начать чудить с пылесосом. Ведь если с ним что-то случится и об этом узнает жена... Все. Но только не для Дмитрия Толобуева. И не потому, что он и есть жена. Ребенок разбросал запчасти от конструктора по всей комнате. А потому, что он, блин, чертов спаситель человечества. Поскольку как бы не был страшен метеорит, от которого нас всех в 90-х спас Брюс Уиллис, наступить на детали от конструктора куда страшнее. Господи Иисусе! А ты, я смотрю, опять Мозабрик свой забросал, да? Хочешь, чтобы я снова... Твою мать! Как Дмитрию Толобуеву позвонить? Что делать-то? Быстро собрать детали поможет пылесос. И кто бы сомневался. И я бы мог, конечно, сказать, что быстро собрать детали еще можно с помощью веника или просто дать задание ребенку собрать рассыпанный конструктор самому, приучая к дисциплине, что называется, воспитание, если бы не хотел увидеть очередное шедевральное творение и лайфхак от Первого канала. Потому что, как вы можете догадаться, просто так собрать конструктор пылесосом — это было бы слишком просто и достаточно пыльно. Насадку в виде трубы накрываем тканью. Фиксируем канцелярской резинкой и включаем пылесос. Фиксируем канцелярской резинкой. Смочить слюной задний проход и вставить. Теперь можно достать детали из всех труднодоступных мест. Ах да! Это ж не с той оперы. Правда, сколько вы по времени, конечно, будете такой конструктор собирать по 5 деталек, постоянно доставая пылесосную трубу и стряхивая конструктор, непонятно. Но конструкция, как вы могли заметить, вроде работает. Собирать мелкие детали стало очень удобно. Жаль, правда, неудобно называть это полноценным лайфхаком. И через пару минут вы узнаете почему. Поскольку за следующую минуту Дмитрий решает поделиться еще одним советом. Сейчас сделаем насадку для влажной уборки пылесоса. И понадобится нам... литровая стеклянная банка и пластиковая крышка. Просверливаем хрен его знает чем и где его взять в крышке два отверстия, вставляем трубу с кучей заранее сделанных отверстий, заранее купленную, вставляем отвод на 90 градусов, заливаем все, конечно же, термоклеем, который ни хрена подобный стыд держать не будет и отлетит при малейшем отклонении, присобачиваем насадку к гофре, шланг от пылесоса втыкаем во вторую трубу и вуаля, можно... Стоп, я сказал!
пульверизатором хорошенько смачиваем поверхность, которую необходимо почистить. И начинаем уборку. Твою ж мать! Но не переживайте. Если вы подумали, что вода попадет в мотор, пылесос сломается, а ваша жена точно не обрадуется изобретению... Грязная вода с поверхности поступает в банку. Пылесос она не попадет, так что за него можно не переживать. Фух, а я-то уж думал. Ведь с таким-то мокрым вихрем брызги, от которого превращаясь в мелкие ручейки, явно не будут попадать в трубу, правда? Мы делаем влажную уборку обычным пылесосом, и это здорово. Сказал Дмитрий Толобуев, держа банку за трубу, которая держится на термоклее, который мало того совсем не герметичный и весь всасываемый воздух будет проходить не через необходимую насадку, а через отверстия, в которых торчат трубки, поскольку он их даже не обклеил той же изолентой. Мало того, жидкость как ни крути попадет в шланг и потечет к мотору, который в скором времени накроется как минимум от окисления, поскольку не рассчитан на повышенную влажность, так еще и термоклей при малейшей нагрузке просто отлетит из-за шатающейся в стороны в сторону банки, которая в свою очередь под собственным весом может просто соскочить и разбиться. Гениально! Вы спросите, а что может быть еще гениальнее? Человек советующий, нуждающийся в совете. Цитаты великих людей. Джейсон Стэтхэм. И справедливости ради, идея сама по себе отличная, только если нуждающиеся в этом люди делают подобные изобретения дома, используя 10-литровое пластиковое ведро, в котором минимализируют попадание брызг, тем самым уменьшая влажность, то люди с Первого канала, а нам и баночка с термоклеем тоже сойдет. А зачем продумывать что-то серьезнее? Нас сегодня посмотрят, а завтра забудут. Ну и насчет первого лайфхака, про который вы, наверное, уже и так все поняли. Во-первых, чтобы не гнуть спину, собирая игрушки из-под дивана, вот эту тряпочку можно было заглубить внутрь трубы не на сантиметр, а на все 10, и сделать что-то типа мешочка, как это показано тут, но не сказано об этом ни слова. А во-вторых, подобный лайфхак с банкой можно было использовать для того же собирания рассыпавшегося конструктора. На место внутренней трубы с отверстиями вешаешь тот самый фильтр из тряпки и собираешь конструктор в контейнер просто нон-стопом. Вот это... лайфхак. И справедливости ради, для водной уборки, чтобы обезопасить мотор, можно было также нацепить подобную тряпку, выполняющую роль фильтра, чтобы уменьшить вероятность затека и задувы воды и уменьшить мое горение пятой точки, но... Стоп! Я что ли ведущий этой программы или нет? Нет? Ну и поехали дальше! К моему на сегодняшний день самому лучшему совету всех времен и народов. У вас ремонт, и дело идет к покраске. Допустим. Если собираетесь сами красить, то вот вам несколько дельных рекомендаций. Допустим. Как покрасить дверь и не заляпать ручку. Блин. Вот к этому ты жизнь меня точно не готовила. Покрасить дверь аккуратно, замотать ручку в малярный скотч, снять ручку на время покраски двери, может вообще не красить дверь, поскольку двери обычно поставляются уже готовые и перекрашивать их нет надобности. Нет. Будем использовать стрейч-пленку. Боже ж ты мой! Обматываем ручку в несколько слоев. Ёкарный Филимон! Прижимаем их, чтобы склеились, и срезаем излишки пленки по контуру. Все было так легко? Обалдеть! Ладно, успокоились. Да, вы не ослышались. Чтобы покрасить дверь и не измазать ручку, ручку нужно просто заклеить, чтобы краска не попала куда не надо. Гениально, правда? Пленка защищает ручку от краски. Я не знаю, Дмитрий ли Толобуев придумал этот совет, или это прекраснейший почерк сценариста от Первого канала, но приношу свои искренние соболезнования. А снимать ее лучше через несколько часов, когда краска уже не течет, но еще не до конца высохла. А еще, если вы хотите попить и вам не в чего налить воду, налейте ее в стакан и попейте. Ну а если вы хотите поставить ролику лайк, то спуститесь под видео и поставьте. И вообще, если честно, после таких советов на Первом канале даже неудивительно слушать лекции Малышевой про то, как правильно какать и какую при этом позу нужно принимать. А можно нам еще расскажут, что существующий малярный скотч и называется малярным не просто для маляров, а имея с собой менее клейкую консистенцию, в отличие от скотча, чтобы его можно было легко отклеить после окраски желаемого объекта и не оставить лишних следов. Хотя нет, расскажите лучше, как дышать, а то я забыл. И в эту честь стикер автор мотив комментариев, пиши Джеймсу ВК, что ты выиграл, и не забудь подписаться на телеграм-канал по ссылке в описании, и на канал тоже подписывайся. Джеймс! О боже, он и правда не дышит! Сим, залови махалат махалай, вставай! Так вы точно ничего не испачкаете.
это было бы удивительно, если бы не одно «но». Выключатель при покраске можно закрыть тоже. А выключатель лучше закрыть фольгой. Она жесткая, но тонкая. И края можно подвернуть под пластиковую коробку. Вот так. Теперь красим смело. Выключатель останется чистым. А после того, как появится нужда поменять выключатель на другой, который вдруг внезапно окажется на 0,5 сантиметра меньше, чем прошлый, надо было все-таки при покраске-то выключатель было снимать, что и делает подавляющее большинство людей во избежание подобных ситуаций. Но только не Первый канал, я вас умоляю. Ведь же не должно понравиться очередное наше изобретение. А вот понравится ли вам следующий видосян с шикарными лайфхаками, которые не влезли в этот? Да. И пусть попробует произойти иначе. А пока переходи по ссылке в описании на Мозабрик, заглядывай в мою телегу и подписывайся на канал, если ты еще не подписан. А с вами, как всегда, был Джеймс Алоун. Увидимся.